Операционная практически готова к приему пациентов. Здесь установлено самое современное оборудование. Строительство хирургического корпуса началось еще в 2008 году. С учетом того, какими темпами идет технический прогресс, 5 лет – большой срок. Это обстоятельство было учтено. При строительстве у нас были корректировки и по проектированию, и по оборудованию. И было решено, что нельзя делать больницу по проекту 96-го года. И мы перепроектировали, все поставили самое современное оборудование, так, чтобы больница была актуальна там, ближайшие 30-40 лет. И модернизировалась. В таких условиях детские хирурги смогут оперировать уже по-новому, с использованием сверхточных и щадящих методов. Восстановление после таких операций тоже проходит быстрее. Мы будем выполнять артроскопические операции, операции на суставах, операции нейроэндоскопические с помощью эндоскопической техники, коррекция упражненных пороков, аномалии развития центральной нервной системы, легких, печени, почек, сердца и так далее, так далее, так далее. То есть эндоскопическая хирургия сегодня от фантастики стала совершенно обычной частью жизни, так же, как сотовый телефон у каждого из нас. Строительство обошлось более чем в 1 100 000 000 рублей. Это средства областного и городского бюджетов. Хирургический корпус дадут в эксплуатацию в апреле этого года. Первую операцию в новых стенах планируют провести в День защиты детей, 1 июня. Татьяна Веретина, Александр Мокин, Новости сейчас.